Официальное вступление в должность – момент ответственный и весьма волнительный. В зале – почетные гости, торжественный вынос флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Щелково. И вот со сцены звучат самые главные слова. Клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Московской области, устав городского округа Щелково. Сергей Горелов принес присягу и отметил, что понимает возложенный на него уровень ответственности. Все, кто был в зале, разделили важный момент, поддержав нового главу. Желаем ему прежде всего осмысленных решений, удачи, обязательной удачи и легкого пути на благо вот нашего района, на благо нашего города, постараться, потрудиться и сделать его лучшим. Мы надеемся, конечно, что наш глава продолжит хорошие традиции нашего города, района, округа теперь. Вот, очень надеемся, что будет заинтересован и в культуре, и в образовании, и в медицинской помощи населению. Дай Бог ему всех благ, здоровья, самое главное. Чтобы был порядок, чтобы жизнь была спокойной, размеренной, целесообразной, мы принимались решения. Официальная церемония завершилась. Теперь начинается большая работа с жителями на благо городского округа, его настоящего и будущего. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.